Здравствуйте, на государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей, сегодня в эфире. Пациенты в ИКАМе интересовались лечебной водой с Герта Западной Армении. Арай Вазян подтвердил намерение Армении улучшить отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами. Для российских миротворцев в Арцахе построен 9-й блочно-модульный поселок, сообщает Минобороны РФ. Арман Татоян поднял вопрос о задержке Азербайджана с возвращением пленных в рамках заседания Совета ООН по правам человека. Майкл Рубин. США, Евросоюз и их арабские союзники должны ввести санкции против Турции. Во время ремонта армянского сада в Иерусалиме были обнаружены важные предметы древности. 21 марта в Гарли покажут мраморную бычью голову. Протекающая в селе Тосунтарла провинция Агерт Западной Армении вода на протяжении веков считалась лечебной, помогая лечить различные недуги, особенно ревматизм, также помогая при различных болях в теле. Жители села говорят, что многие люди приезжали сюда лечиться еще в прошлом и предлагают превратить это место в туристическое. Одним из важнейших свойств минеральной воды является то, что летом она холодная, а зимой теплая. Жители села утверждают, что вода из земли лечит многие болезни. Естественный источник, который располагается тут на протяжении веков, всегда был полон больными посетителями. Больные ревматизмом пьют эту воду, чтобы выздороветь, а грязь вокруг воды очень хороша для снятия различных болей. Находящийся с рабочим визитом в Объединенных Арабских Эмиратах министр иностранных дел Республики Армения Арай Вазян встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Абдуллой бен Заидом Аль-Нахаяном 11 марта. Министр Арай Вазян подтвердил намерение Армении и дальше углублять отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами как звено для многопланового сотрудничества между Республикой Армения и арабскими странами Персидского залива. Министры Арай Вазян и Аль-Нахаян затронули широкий круг вопросов во время двухсторонних переговоров. Поддерживалась динамика политического диалога, в том числе путем консультаций. В качестве перспективных направлений торгово-экономического сотрудничества были выделены сферы информационных технологий, сельского хозяйства, продовольственной безопасности, возобновляемых источников энергии и туризма. Министры иностранных дел подчеркнули связующую роль армянской общины ОАЭ в укреплении и углублении армяно-арабских отношений, основанных на взаимном доверии. На встрече обсуждались вопросы региональной безопасности и стабильности. Специалисты по логистике Министерства обороны Российской Федерации построили 9-й блочно-модульный поселок в Арцахе. Он расположен в Аскеране и рассчитан на 60 российских миротворцев. Об этом сообщает Минобороны Российской Федерации. По данным ведомства, блочно-модульные поселки строятся для улучшения условий дислокации российского миротворческого контингента. В декабре 2020 года на расширенном заседании коллегии Минобороны Российской Федерации министр Сергей Шойгу сообщил, что до апреля 2021 года в Арцахе для российских миротворцев будет построено 32 современных модульных военных городка. В результате миротворцам будут созданы комфортные условия для службы и проживания. Арман Татоян поднял вопрос о задержке Азербайджана с возвращением пленных в рамках заседания Совета ООН по правам человека. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью аппарата защитника прав человека. Только национальные правозащитные учреждения с международным статусом А имеют такую возможность. Перед видеообращением в Совет был предоставлен более обширный письменный отчет защитника прав человека. Как в видеообращении, так и в письменном докладе отмечается, что в 2020 году во время сентябрьско-ноябрьской войны азербайджанские вооруженные силы пытали и жестоко обращались с армянскими военнослужащими и гражданскими лицами. Кроме того, азербайджанские военнослужащие используют те же слова в видеозаписях пыток и жестокого обращения, что и в официальных выступлениях лидеров Азербайджана. Преступления против армян поощряются властями Азербайджана и подтверждаются постановлениями Европейского суда по правам человека. Именно это заседание было посвящено дискуссии со специалистом ООН по пыткам и преступлениям против человечности. Соединенные Штаты, Европейский Союз и их арабские союзники должны ввести санкции против Турции до тех пор, пока она не прекратит оккупацию Кипра, пишет Майкл Рубин в своей статье в журнале National Interest. Пришло время для серьезных санкций против Турции. Вместо постепенного ужесточения санкций, чтобы Анкара могла их регулировать и обходить, цель должна заключаться в оказании давления на Турцию и на ее без того разрушающуюся экономику. Священник Барат Еретян, заведующий отделом недвижимого имущества армянского патриархата Иерусалима, рассказал, что во время ремонта армянского сада в Иерусалиме были обнаружены важные предметы древности, которые требуют детального изучения. Об этом пишет regionmonitor.com. Одна из ценных находок – большой хачкар, датируемый 12 веком или ранее. Это типичный армянский крест с надписью «Господи Иисусе, помни», ниже изображение армянского цветущего креста, а также мотивы виноградной лозы. Найдена и мозаика, судя по стилю, вероятно, византийского периода. Мозаики находятся в остатках построек, дата которых пока не ясна. Также были обнаружены медные монеты византийского и мамлюкских периодов. Таким образом, армянский патриархат Иерусалима показывает свое раннее присутствие, присутствие армян и их паломничество в Иерусалим.
Одним из исключительных артефактов, хранящихся в фондах государственной некоммерческой организации службы охраны, является голова быка, которая была частью мраморной статуи бога Михры, обнаруженного много лет назад на крутом склоне горы. По сообщениям ГНКО, 21 марта 13:00 в историко-культурном музее Гарны состоится мероприятие, инициированное организацией «Миссия арийцев» Арутнери Ухт, на котором будет представлена некогда украшающая храм бычья голова. Далее для вас музыкальная группа «Сахмус» Карлос Хач. Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала «Западная Армения». А на сегодня все, желаем вам всего хорошего.